Ребятки готовы. Ну, конечно, мы с вами помним и знаем, кто такие ребята из Gamer Legion. Здесь у нас имеется Патрик Зеро, просто Зеро и Эра, и Адам, и Расти. А вот Врат, мне интересно, это тот самый Врат, американец, или... Ой, наверное, на самом деле кто-то другой. Звук вам включу из Counter-Strike, друзья, а то был выключен, пока мы на веб-камерах общались. Нет, новичок, это новичок из команды KPI, которого никнейм Доббо. Да, я вижу. Ну, то, что он подписан Wrath Dobbo. Соответственно, ладно. Будем смотреть, друзья, как тут Game Legion справится. Пистолетка, вот она уже полетела. Есть аж 4 гранаты у онлайнерсов. Ну, то есть это жирно вообще для пистолетного раунда. Посмотрим, как пойдет. Ну, потому что первый фраг летает от Добба. Погибает у нас товарищ Фанатик. Не факт, что это он. Погибает как раз таки Добба от Альфы. Россиян дает свой фраг. Ну и дальше заход на аплэнс. Почти поставленная бомба занимается им как раз таки Расти. И ретейк 4 в 4. Есть дефуз киты, есть флешка. Эра начинает в упор принимать одного. Там дальше полетели юспы. Не хочет команда онлайнер занимать какие-либо ближние. А вот еще одна флешка. Но здесь Эра богоподобен. 3 хедшота. Как же он просто убивает этих людей. 16 хп только потерял. Еще и 4 забрал. Просто львиный лев. В одной точке 2 флешки пережил. 4 пережил игроков в вражеской команде. Что происходит? Знаешь, я тебе хочу показать? Давай. Ты сейчас просто обалдеешь. Ну, это очень похоже на прошлый матч. Ну, я, наверное, с этим согласен. Это 8.5 на Best of 3 матч на команду Onliners и 1.05 на Gamer Legion от наших партнеров по рематчу. 8.5 на Best of 3. Кого вообще? Не забывайте, друзья, про баннер по трансляции. Там бонусы к депозиту, если что, есть. И всякие интересные плюшки. Вот на сайт вас этот баннер переведет, на сайт сервиса по рематчу. Вот, можно посмотреть, что вам из этого там понравится. Например, поюзать, опять же. Допустим, если нравится. Вот, мы продолжаем. Да, на Game Legion. Ну, на онлайнерсов тяжелый кайф, конечно, сразу говорю. Вот, но, по крайней мере, историю про альфу, например, элитную альфу я вам зачитал. Посмотрим, как на самом деле будет, да? То есть истории, предыстории, так сказать, это все прекрасно, замечательно. А как будет на самом деле, поглядим сейчас. Вот у меня несколько предположений есть, но как это, позитивные отзывы из чата, в принципе, и вообще по общей истории, это очень хорошо. Серда не получается против Расти справиться, нижняя темка погибает. Так, один серп погиб. Но, в принципе, есть еще тиммейты, которые могут помочь. Опять же, Альфа, он, возможно, матери драконов, чего мы о нем не знаем еще, судя по аватарке. Да, не просто так я это сказал, да, не первая мысль, которая в голову пришла, типа, недавно не смотрел, не пересматривал, не. Но есть еще типа скаут, 3 дигла, одна флешка имеется, и как раз таки Альфа готов принимать. Первый пошел, второй может попробовать, и второй так ложится, и хедшот еще третьего, Альфа! Хорош! Ты смотри, что делать, просто вот одного собирать пацанов из Gamer Legion. Руки, мозги, друзья, быстро работают в тандеме, люди щелкаются вот так вот просто. И ведь не хедшотами собрал, то есть одному две пули, второму две пули, и только третий последним патроном ушел от времени. Нету команды Gamer Legion. Последним, да. Зера, друзья, будет здесь делать ничего. Здесь будет делать ничего. И сохранять свою жизнь тем самым действием. Точнее, не действием в данном случае. Вот. Он никого не убил, ничего не пострелял за первые два раунда, то есть 0-0-0. То есть человек, его нигде не было. Просто вот вышел за хлебом по песчаному дасту. Пока что вернулся обратно живым. То есть все в порядке вообще. Альфа 5 киллов. Пока что. Эра 4. То есть Альфа уже пригнал тот самый квадрокилл, получается, от игрока противоположной команды. Под один калаш Gamer Legion сыграет, но вообще это форс, конечно. Ну а чем остается делать? Денег дали немного. Один девайс действительно засейвили, бомбу не ставили. Поэтому тут такая беда. Попадание есть от Депрешена. Ну, да, с анимешной аватарочкой. Неудивительно, опять же. Что я держался, но не смог. Держался, но не додержался, да, Евгений? Да. Депрешена с анимешной аватарочкой. Хорошо. Что-то мне это напоминает. Кого-то мне это напоминает. Ну ладно, продолжаем. Есть, да, есть один человек. Продолжаем, друзья. Четверка здесь, это Фанатик получается. 9-9-7, давайте посмотрим. За ним падает моментально просто от команды Game Legion. Ну и под аплэн будут собираться онлайнеры для того, чтобы его защитить.
Ну, а заходит довольно успешно, там Добба дает фраг по сер, да? И, ну, приходится теперь работать из-под ретейка, потому что 3 в 5, и скаут на руках не самый удобный девайс, то есть нужно идти искать, а там уже два подобранных девайса калашников и Галил находят для себя Gamer Legion, и через шорт будут вместе перебираться. Тут у нас Добба просто запушил сейчас депрессион, второго забирает, погибает еще и Расти, а еще, может быть, и третьего найдут, а и там еще флешка пойдет, нет, нужно откидывать что-то там еще, на панку тиммейта флешка пошла хорошо, а уже 2 в 1, большинство для команды онлайнер. Что за жесть, Альф, Зера вообще не здесь. А, стоп, так он прям за ящиком может и просто сесть. А, так что они уже все, они все сделали, волк. Вот это ретейк. Но они поняли, что игрок, ну, типа, либо где-то очень далеко в ланге, а бомба стоит не под него. Бомба вообще стала не под шорт, начнем с этого. Поэтому там вариантов, да, было немного. Но вот если бы сел вообще, например... Как тебя? Подожди. Откуда ты взялся? А, все, не, нормально, это турок. Ты о чем? Экспирейтив, да. Как тебе откуда ты взялся? Экспиратив, дорогие друзья. Да, ну вот поймали Gamer Legion здесь. Поймали за хвист. Получилось все сделать. Экономический раунд. Не троньте Сашку. Да-да-да. Экономический раунд от Gamer Legion в итоге. Тяжелый пистолет, правда, есть. Тяжелые пистолеты на самом деле всегда опасны. То есть стоит быть, конечно, очень аккуратным, если честно. Тем не менее, на тройку онлайнерсы, может быть, перейдут. Ну, вполне возможно, да. Если, опять же, Стеклов не прилетит, какой-то подарок счастья ребятам из онлайнерсов. Но Бритек был хороший. Действительно, показали себя очень бодро. Там Зера отхватывает, я так понимаю, что с хаешки прилетает ему дэмэдж. Справляется пока что Альфа с шартом. Там погибает Адам. И Альфа второго, третьего всех собрал там на шарте. Чего творит вообще этот царь шарта? И последний игрок также погибает на топ-миде от Депрешена. И теперь, возможно, именно... Зеро вместе с Расти в депрессии. Небольшой 3-1, а пока что онлайнерсы впереди. 9 к 1 Альфа катает. Не их карта, да, насколько я понимаю, это геймеры взяли себе. Да. Не, онлайнерсы взяли. То есть геймеры взяли себе атаку. Молодцы. Ну тут ножики же перед каждой картой. Не забудь. Ножики. Так что ножики... А, ножики, точно, да. Да-да-да, ножики просто проиграли. Скорее всего, онлайнерсы просто взяли как себе удобно на разогрев. Так вот, во-первых, байраунд от Game Legion, друзья. На все деньги, конечно же. Во-вторых, Серда погибает. То есть тут хотя бы... А, пятерка Альфа вот начинает поджимать. На самом деле дико агрессивно. Тупо вообще без стоп-крана парень иногда. Ну, понятно почему. Фанатик включается, отлетает 2 в 3. Так, 2 в 3. Ну, 2 в 2 уже. Тут все-таки есть размен. Вот экспрейтива с ланга приходит да Добба и отхват. Он должен был убивать, то есть там игрок вообще без оружия в руках пропрыгивал и потом вышел. Как и как ты так увернулся? Как? Я успел это показать, но я не понимаю, как. В смысле, я понимаю, в смысле, я видел как, так что я понимаю, как. Но я не принимаю как, вот. Вот так правильно говорить. Зера. Сейчас, по-моему, найдут Зера и, по-моему, ждет его и экспрейтив. Да. Там даже Зера ни сном, ни духом даже не понимал, что происходит. Так, хорошо. Кэфа есть? Кэфа? Естественно, Евгений, сейчас все прекрасно тебе покажу. Тут кэфы на первую карту поменялись, но они были на ой-ой-ой, сейчас стали не ой-ой-ой. То есть здесь ситуация 1.75 на коллектив онлайнерс и 2.01 на команду Gamer Legion. Да, вроде бы перевес 3 раунда, и сейчас, возможно, уже в 4 раунда, но все равно перевес небольшой. Это понятно почему, то что вот эта семерка, да, перед матчем, она как бы показывала, что к чему и как. Берет. У нас уже погибает Адам, который вышел в лонг под флешку. Ну, видимо, и тиммейта, там еще Альфа накидывал. Ой, какой Альфа? Не, Альфа очень жестко накидывал. Я до этой темы не дошел еще. Ну, то есть, сейчас мы депрессию посмотрим. Анимешный человек. Видит тень. Это должен, наверное, забирать. Ну, не наверное, точно. Эрос, Зерос, Добба. Остаются вдвоем, но Добба освободят сейчас, я чувствую. От кинут в него носок. Бренного тела. Он покинет юдоль печали. Нет, пока не покинет. Ладно, килл есть. Команда Game Legion размочили счет. Ну, принесли ямочку еще, да. Вдобавок под армор. Может даже неплохо смотреться. Из бокса выходит у нас игрок защиты, погибает так же, еще плюс девайс для команды. А это опасно, на самом деле, две эмки уже, хотя вот этот экспиратив, конечно, стоит ждет. Добба еще и бомбу нашел, пачка выпала, а тиммейт где-то, а что там? А, тиммейт все. Альфа отлетает. 5-1. Тиммейт.
для команды онлайнерс, дорогие друзья, TeamAce. 11 на 2 катает альфа. Вот понимаете, да? Как бы я рассказал, вот такой-то игрок, туда-то, сюда-то. Спасибо, кстати говоря, человеку, который мне это рассказал. Я просто не в курсе был, если что. Потому что информации дополнительно нет. Не было. Вот, я вам рассказал, что как, соответственно. И я такой, ну, я не особо поверю, давайте посмотрим. Так вот, что-то в том, что я смотрю, и альфа катает людей, и что-то нормально. 11 на 2. Тут... А сколько ему лет, говоришь? 16 сейчас должно быть. Ай, какой молодой. То есть это хорошо прям. В смысле, это прям хорошо. Нет, ну если покажут себя действительно хотя бы в рамках этого турнира, то есть там в дальнейшем, возможно, какие-то скауты зацепят его и будут иметь в виду, что вот можно такого молодого бойца взять и попробовать протащить дальше на сцену. Экстретик принимает одного, второго еще и спасается бегством. Неплохо, он единственный опорник Баса Бесси. Вскрывали, то это точно открытая точка для команды Gamer Legion. Ждет тиммейтов, приходит еще и третий на хедшот. Добо! До свидания, Эра, 6 хп всего лишь. И здесь в одного справляется опорник точка Б. Ланерсы за счет этого товарища сейчас могут потащить для себя шестой, оставив только с одним раундом команду Gamer Legion. И геймеры взяли только пистолет на раунд по факту сейчас. Да, все правильно. Как долго атака на Б производилась, Эра погибает, Зера последний. Зера СП... Он устал. 90. 3 на 4. 3 кило у него есть, пока не совсем устал. Но ничего хорошего. Зера... Ну, Адам вообще 0.06, как бы ему нормально. А, Адам... Да, слушай, Адам 0.06. Почти что Джеймс Бонд. Из нового кино. Знаешь, есть новое кино, которое называется... А он из нового кино. Не-не-не, новое кино просто по Джеймсу Бонду перенесли из-за пандемии. Называется No Time to Die. Mm-hmm. А здесь у Адама... Every Time to Die. Ой... Ну, точнее, every moment, туда, если правильно говорить. То есть, типа, где можно отлететь, Адам, ну, просто отлетает. Свободный чувак, свободный. Да. Кому пулю лицом поймать? Это тоже мне, да? Это тоже тут мне. История. Слушай, но Gamer Legion что-то не особо были готовы к такой команде, походу, в противниках. Что-то альфа, 12 на 2 альфа кота, я боюсь смотреть просто табуляцию и типа, идите нафиг, вы со своей. Ну, пока табуляции. Это самая темная лошадка из всех лошадок. Да, но это жесткие прям ребята. Ага. Из того, что видно. Альфа. А шорт, дорогие друзья. Отойдет. Вот мне прям. Вот мне реально интересно. Ну-ка, флешка под него кинули, открылся. Я был неправ. Ну, не стал рисковать. Он, не стоит рисковать. Правильно сказали FPLC, то, что человек колет. Он очень аккуратно играет. Он меняет позиции. Он не ленится менять позиции. Ладно, я короче, фанбой, это хорошо. Мне нравится, очень приятно. Нет, ну есть игроки, опять же, Бабл, вот, самый, наверное, яркий пример, который все время до позиции на Мираже. Вот он занимает лестницу на шорте, и там до победного. Либо пока он, либо пока его. Все, у него только одна задача. Здесь действительно, вот вроде бы и шорт, но он находится то сверху, то снизу, то там под точку занимается. Спрейтив может погибнуть, и, наверное. Очень тяжело экспирейтить его. Депрешн ему пытается помочь. Депрешн уже дабл килл. Сауга, возможно, третий будет. Третий не будет, минус почка. А там на миду еще жесть какая-то, да, происходит? Расти, что-то тут забыл. Альфа. Ой-ой-ой-ой-ой! А бомба? А, бомба под контролем депрешена, кстати. 20 секунд. Он слышит, чуваков. Они очень сильно шумят! Не, это все-таки второй за Gamer Legion. Ну здесь... Как на КТ-то от Расти отъехали, чуваки? Да-да-да, Расти что-то вообще не ожидали, реально. Жестко. Слушай, ну это было прикольно от Расти, то, что он так из-за смока увидел, а там у нас Адам Аген уже, да, действительно, пока что не может раскрыться. Извините меня за мою эмоцию, не часто я так врываюсь, но это прям что-то первого, ну ладно, первый там обычный фраг, но второго моментально через бокс, все. Так, поджим темки, не получился, депрешн погибает, отваливается еще и альфа, 5 хп оставили Добба. Но 3-5. Экспиратив отлетит от ящика верхней темки, скорее всего. Вух сейчас будет получать. Вух получается. Реагировал в плане разворота, но, естественно, ничего сделать не успел. Там надо быть вообще богом фликов каких-то, чтобы на 180 в жбан поставить успеть. Так, ну и Серда. Да, точнее, на самом деле, и Фанатик, и Серда. Один на, второй под Б. Грубо говоря. Ну, как на коробка. Это полуподжимная позиция относительно планта. Глубокая такая прям. И вот они 2 в 5. По сути, третий раунд за Game Legion. Единственное, что надо посмотреть развязку. То есть, будут ли киллы какие-то или нет.
Ну, кстати, для Адама первый фраг залетает, и сейчас нужно уже онлайнерсам задумываться о том, что надо как-то попытаться подсейвить. То есть более-менее своего позиции у Фанатика, одного от Усерды, который сейчас идет в центре, которого чекает Эра, скорее должен погибать. Здесь, да, отваливается серп, и остается лишь один его тиммейт. Денег у команды онлайнерс нет, там только у Альфы немного денег присутствует, но это будет экономически 100%, после чего ребята из онлайнерс будут закупаться, то есть потенциально счет может быть уже 6-4, если эту М-ку Фанатик вместе с тиммейтом не реализует, но я думаю, что Альфа может купиться каким-нибудь дигном на впоследствии под арморчик, а может быть и нет, и оставит на снайперскую винтовку для тиммейта. Такой тоже вариант имеет место быть. Я вот, кстати, не могу вспомнить, кто у онлайнерсов снайпер. Хоть ты тресни. Вроде была авика. Сейчас я попробую тоже вспомнить, подожди. Не Альф, нет. Что сложно. Фанатик или Depression? Maybe. Фанатик, друзья, последний остается. Счет размочили, добы забрали. Если вариант, что Расти отлетит, но Расти нет. Как раз в ухо поставили здесь игроку противоположной команды. Флэка будет от команды Лайнерс или около того. Флэка, друзья, или около того. Но Game Religion схватились более-менее за, собственно, за себя, за нужные места. Потому что поняли, что противник несколько сильнее, чем, видимо, они ожидали. Начали тратить больше концентрации, больше внимания, больше сил на то, что происходит. Стало получаться явно лучше. Этот раунд, вероятно, тоже должны брать. В путешествие отправились онлайнерсы с пистолетами. Может, что-то и получится еще. Ну, во-первых, подловили. Снайперская винтовка развлекается пока что Эра. Зера также находит свой фраг. Там уже через лонг пошел. Расти гуляет, находится с хедшотом экспирейтива. Там на центре загулял еще и Depression. Остается последний Альфа. Ну, россиянин здесь тоже должен отваливаться в ближайшее время. Находится на шорте с P250-м. На все, что позволит себе. Ну, и тут тоже погибает, хотя свой хедшот поставить успел. 6-4. Вот только мы с тобой похвалили, удивились онлайнерсам, как они три раунда подряд проиграли против Gamer Legion. Да, как я уже говорил, онлайнерсы выбрали себе карту Dust 2. Следующая карта у нас будет нюк. Это выбор команды Gamer Legion. Но что касается Dust, то здесь у Гэлов две карты сыгранные на Дасте за последние 3 месяца, и обе карты не проиграли с минимальным разрывом 14-16. Первое поражение было от Galaxy Racer, второе от Nordavind. Все это было сыграно в сентябре месяце с разницей 20 дней. Ладно, смотрим дальше. Альфа очень сильно подгорел, но пока что остался живой на лонге. Адам погибает от депрешена. Здесь 4 на 4 пока что боевая ситуация. На Б хотя бы депрешен один встал. И его четверка, это Fnatic у нас, да, уносит калаш трофейный. Пока с равными размянами, может быть, под Б попробует пойти Game Legion. Ну, а там уже пытается вроде бы как бы в шорт выйти Серда. Не стесняется. Это было ошибочно. Альфа добивает Зера, но там выход на точку Б, скрывает опорника. Попытается Фанатик не допустить игроков вражеской команды. Получается забрать одного, 4 патрона. Очень опасно, отваливается от Эра. И Альф последний с 28 хп. Должен каким-то чудом здесь сработать. Полетела вражеская флешка. Но Альфа уже где-то в упоре откроется и помрет от точного выстрела со снайперской винтовки от Эры. 6-5, и уже Gamer Legion рассчитывает на то, чтобы выйти в равный авторитет. Счет, на самом деле, да. Да. Равный счет, скорее всего. Пистолет до 2 кабай от команды Onliners. Нормально, вот Game Religion опять же состыковались, поняли, что противник, вероятно, немножко посильнее, повторюсь. Реально, нормально вроде стало получаться. Так что матчап посмотрим чуть ближе, чуть подробнее. Ну, вообще, да, в ближайшее время, потому что, как говорится, имеет смысл. Бомбу скинули ребята на Т-шном ноле, команда Game Legion, Альфа где успел на лонге, в коробке похоронить человека, то есть он, в смысле, туда еще и поджал, господи, еще и Серди подарил калаш, Серда калаш взял, жесть вообще какая, и унесли, в общем, автомат калашника, Depression может погибнуть, на миду погибает. Так, ну размен есть от Gamer Legion. Да, вроде бы калашников есть. Нужно жить игроку защиты. Попадание из-под дома. Пытается уйти. На молотом закрывает его. Но это уже прострел от секси-твинка Адама. Назвал себя. Вот они, ребятушки с фантазией. Ну а там дальше выход на точку Б. Пытается экспрейтив как-то выйти в тёмку, чтобы не отхватить моментально на точке Б. Все-таки он только с пистолетом, даже, по-моему, без армора. Нет, с армором присутствует. Но это, наверное, будет сейф калаша от Серды.
денег не так много у самого, как и у тиммета, в принципе. Вот у Gamer Legion денег там хватит до конца игры уже 100%. Здесь вроде бы был буст, Серд его, возможно, заметил, но, судя по его реакции, вряд ли. Он увидел этот босс, просто решили скрыться в неизвестности, подсейвить и армор, и калаш, и все. 6-6. 6-6 на равный счет выходит Gamer Legion. Здесь довольно приятно получается. У ребят 11 на 7 катает эра, пока что 10 на 6 расти. Топовый фраг, кстати, правда, в другой команде. 14 на 7, 11 на 8. Альфа Депрессион. Получается, что так. Но команда противника их догнала. С позиционной точки зрения, видимо, какие-то проблемы есть. Потому что дело не то, что во фрагах. Или не во фрагах. Сейчас что-то 5 раундов реально отстрадали. Вот сейчас нормальный бай. Вот этот нормальный бай нужно нормально сделать. Я, кстати, сказал, помнишь, сказал, кто снайпер? Я такой, по-моему, Depression или Fnatic? В итоге... И туда, и туда попал. И туда, и туда попал. Эра, друзья, экспрейт его забирает. Это опен для команды Gamer Legion. Ну, кстати, Depression в аватарке очень грустно. Почему? Понятно. Ну, кстати, дает фраг по Эре. Тот решил с коробок постреляться еще. От него позиция была уже зачитана, потому что он там делал некоторые фраги. Ну и, соответственно, 4 в 4 по 2 снайперские винтовки попытается защититься команда онлайнерс. 5 раундов подряд забирает для себя уже Gamer Legion. И сборная Европы тут хочет таки даже на вражеской карте показать себя. Серда рискует очень. Даст играбельный. Очень рискует. Но Серда. Выходит, не первый раз от ямы отлетит. От ямы отлетел. Depression понял, где находится один из оппонентов. Это яма. Плюс-минус, скорее всего, понимает, что лонка, может быть, тоже будет выходить. Вероятно. Пытается забраться повыше, чтобы найти яму. Понимает, что яму так... не получится забрать, короче говоря. Альфа бедный последний в итоге на Б. Остальные мидл. 1-1-1, по сути, стоят. Плюс апленд. Довольно, ну, тоненько. Ну, вообще... Ой, смог не получился удобно. Попытка от Depression допустить противников до апленда переходит на бокс, прокинул под себя смог, и там еще из центра фанатик будет прикрывать снайперской винтовки, но там еще есть смог на то, чтобы прикрыться, но, как мы видим, команда Gamer Legion просто разворачивается и уходит под точку Б. Постепенно Расти отхватывает от фанатика, ситуация уже 3 в 3, теперь нужно каким-то образом Адама здесь убить, который прошуршал на точку Б, но его совершенно здесь не замечает, но прощают Альфу. Мог бы отходить хедшот, уже в этом раунде никак не помочь своей команде. 14 секунд. Смог развеялся, а бомба не прошла еще, бомба, там Альфа может всех просто разобрать. Ой-ой-ой, как все плохо. На запчасти. 8 секунд, 7 секунд, а причем надо ставить прямо сейчас. И это значит будет анимация, они не поставили, они проиграли все. Если Адам даже выживет, это не имеет вообще никакого значения. Живи, фанатик, живи просто, братан. Еще один раунд за командой онлайнерс. Здесь по истечении времени пошли на Б. Я тут последил... Кто-то в команде, я не буду говорить, Альфа там, не Альфа. Кто-то в команде сказал, что чуваки, это Б, походу. Они, в смысле, вот прям, Альфа там постолял, возможно, он и сказал. И после этого, через 5 секунд на миду, через мидл снайпер находит оппонента, и после этого они принимают это. Ну, это было интересно, действительно, то, что в момент они как-то поняли, и поступил какой-то кол, может быть, догадались, то, что не идет больше скидок, никто не выходит, и подумали, что по таймеру еще хватает времени для перемещения на точку Б. Здесь 4 в 5, фанатик ждет, немного по таймингу сейчас может ошибиться, выходит противник, попадает очень плотно добу, но вот фанатика забрать не смог, очень битые два игрока команды онлайнерс, но они 5 в 3. Соответственно, снайперская винтовка у фанатика, он там может сам попасть. Погибает еще и эра, к тому же, 2-5. И это, по-моему, первая половина уже точно уходит команде онлайнерс. Похоже на правду. Восьмой раунд сейчас, наверное, возьмут. Зера огрызается, правда. Летает после этого. Расти, последний остается. 11 тысяч в кармане, у остальных по семере. То бишь, на последний раунд там деньги будут, все будет хорошо. Full buy будет, ребят. Соответственно. Пятерка-двойка. Это Альфа и Depression. Ну, заметил Альфа оппонента. Через сколько Расти отлетит? Вот вопрос. Через 3 секунды. Раз, два, три. Через 4 секунды длинные. Через 4, ладно. Что ты сказал? Не угадал чуть-чуть. Длинные. Я сказал, что эти секунды длинные. Секунды. Какие есть секунды? Какие? Хочу секунды, такие длинные. Там вон, ну, пока что Серды очень не длинные фраги. 1-5-11. Да, 1-11.
Грустняво за Серду, друзья, но лайнерсы берут первую половину тем временем. Да. И здесь попытается Gamer Legion сократить преимущество команды онлайнерс после первой половины. А открывается эра. Что это такое вообще? Ну, третья попытка, да. Но вот сейчас, если бы пошел обратно, его начали пушить, он бы сгорел в молике. Угу, угу. Но никто не пошел. 6 хп у эры всего лишь. Вот эти два промаха, конечно, два мяса были. Притом не самые там сложные были попадания, по факту. Но вот что-то его смутило в этом случае. 8-6, два авика по-прежнему. Депрошн пытается кого-то найти на шарте. Никого не видно. Теперь видно, все-таки эру добивают. 6 хп с брита. И выход у нас, возможно, альфа интересный тут пойдет. Альфа интересный. Смок, опять же, на дверь, для того, чтобы закрыть парапет. Чекай фанатика. Фанатика чекай. От него многое зависит. Он с авиком. Да, согласен. Но, по-моему, он смещается на лонг, и уже будет позицию шарта держать как раз-таки альфа постепенно. Да, тут уже альфа. Опять же, будет принимать, прилетает молотов. Под него альфа видит много врагов, но теряется. Не понимает, что делать. Флешка неудачная пошла. Дальше все-таки начисляет, но прилетает от Адама. Есть размен фанатика, да, причем приходит, дает фраг на Адама. Это 4 в 2 в 2. Экспресс в шарта прикрывает. Тот на 2 хп тоже отлетает. 9 раунд для команды онлайнерс. Жестко. При этом Серда так и играет. 1 на 12, я замечу. И его команда берет 9 раунд просто. 1 на 12, Карл. 0.08 kill death рейтинг. Но... Сильно. Да, согласен. Но самый флешер-флешер в своей команде. 12 лиц ослепел, остальные поменьше. И utility damage, то есть боевыми гранатами что-то нанес. Ну, то есть саппорт, парень саппорт. Вот, но по... Но прям такой саппортистый... У всех единицы КД минимум, у него 0-0-8. Я вообще такое, по-моему, впервые вижу. Да, но при этом 6 ассистов. Это самое большое количество ассистов. Плюс гранаты, ты понял. То есть это чисто саппорт. Вот в данный момент времени на Дасте. Может, он по-другому, конечно, по-другому играл бы в другом матчапе. Но здесь чисто вот... Такой чисто, знаете, моба-саппорт. Это пятая... Но 100 у него 100% в результат хедшота. Пятая позиция это обычно называется, да? Грубо говоря, вот прям вот она. Расти, 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 очень интересный расти. Альфу забирает, без альфа, возможно, будет тяжело. Пытается на Б ворваться, дальняк не получается убить. Нычку не получается, господи, ничего не получается вообще. Ничего не получается вообще, экспиратив шота на миду забыл. Погибнет здесь же, скорее всего. Кто меч в руки взял, отмечая, погибнет. Да, пистолет на раунд уходит команде Gamer Legion. Они забрали 2 из 2 на карте С2. Ну и посмотрим, обратимся на кэфчики. 2.53 на команду Onliners и 1.48 на коллектив Gamer Legion. Мы видим сейчас результат, даже когда у Gamer Legion раундов поменьше. То есть там был перевес, небольшой перевес в пользу Onliners, только при счете 6-1. Они вели по кэфам от приматч. Но здесь, как мы видим, немного обратная ситуация. Да, Force Buy для онлайнерс, почему-то мне это название намекает на... Вообще, в сторону Беларуси у них есть какой-то портал, онлайнер, по-моему, называется. Ой, что-то такое там было, да, я что-то помню. Новостной вроде какой-то. Да-да-да, что-то вроде этого. Что-то поэтому такое. Это онлайнерс, Беларусь. Depression с тяжелыми пистолетами, его команда в том числе. Только одна есть. Не получается, и не получается, и не получается, и не получается. Альфа. 1-3-3-7. Остается последним, дорогие друзья. Вот он идет бочком. Через коробку, естественно. Возможно, выйдет на мидл, допустим. Выйдет на мидл у него. Он тоже понимает, что выбора-то что-то особо и нет. Есть варианты, что жбан какой-нибудь найдет. Но чтобы жить и еще что-то здесь делать, крайне маловероятно. Нет, выходит Добо и разбирается с последним выжившим игроком команды атаки. 9-8. Выход на 9 тоже вполне возможен для команды Gamer Legion. Там уже и Адам постепенно разыгрывается, уже почти догнал Добо по фрагам 7 на 11 явно. Второй фраг появился у Серды, как мы Е-е-е. Видим сейчас. Это сколько сейчас КД? 0-2? Или сколько? Ну да, по идее 0-2 получается. Ну подожди, да, я посмотрю, что мы там, что мы считаем-то. 0.14 игра насчитала из-за, видимо, каких-то ассистов, или как она там странно считает. Ну вообще 0.2, короче, чуваки. Продолжаем. Тяжелые пистолеты от команды Onliners. Gamer Legion, возможно, будет выходить на
паритет по счету 9-9. Может быть, если вот не отлетят все-таки от этих пистолетов. Потому что иногда можно... А, нет, все правильно игра посчитала. Правильно? Мы с тобой тут тупари, да. Это ж 14 на 2 поделить будет 7, 7 на 0, 14 будет 98. А, ну тогда... Да, тогда мы с тобой тупари. Пара-пара-пам. Прам. Ну, неудивительно, что вы думали, что мы другие. Нет, иногда мы уже можем себе позволить. Иногда можно вот тут... Прям вот сладко потупить вообще, прям ошибиться в математических подсчетах, почувствовать, что тебе стыдно. И... Не, мне вообще не стыдно. И чтобы щечки покраснели. Экспрейтив. Не получается получать. Так, а обоих, кстати, получилось. 2 килла нашли, стандартный экран провели. 9-9. У нас работали диглы дважды. 9-9. И теперь нужно смотреть, что приготовили онлайнерс на атаке. Потому что это, опять же, стоит напомнить, их собственный выбор. Карта даст 2. И от этого выбора очень многое может зависеть. Либо сейчас они играют, потом выходят на сложнейшую карту Денюк. У нас сегодня с тобой, блин, даст Денюк. Что происходит? Угу. Другие карты вообще есть какие-то? Не. Зачем? Не? Не. Ну, тупо будем менять, даст Денюк, да? Но ты будешь отдыхать, но коробка. Будет дальше. Даст коробка, Денюк. Коробка, депрессион, коробка, терда, коробка, депрессион! На смене анимации лови депрессион, ни черта не получилось вообще. Альфа все еще в коробке, но смысла в этом нет, бо мы потеряли все плохо. Прикольно. Прошло 15 секунд, уже все, раунд закончился по факту. Никто их не выпустит к этой бомбе. Там еще и хэшка начинает прилетать. Альфа впитывает Альфа, 40% урона, да, с двух хаешек. Картошки есть, давай еще в мундире давай. Давай пюре давай. Нате вам, молик. Человеку 16 лет. 16 лет, калининградцу. Молик. А он картошку ест уже. Подожди, бог с ним с картошками. Молик, энсовский, с мажора двухгодичной, трехгодичной давности, не помню. Ни хрена никто его не кидает, даже когда надо в тир-1, тир-полтора и тир-2, тем более вообще забивают все шурупы и все остальное, собственно, эта история. Парню 16 лет, FPLC выбрался, умеет кидать этот молотов от скайбокса под угол, молотов, который выкидывает человека из этой позиции, и через дверь его можно потом стрелять. Ну вот, знает, помнит, знает, знает, помнит, практикует. Короче. Ну, скорее всего, просто очень много катает эту карту. Соответственно, он за раскидкой все знает, помнит. То есть они как-то уже вот на мышечной памяти отработаны, что вот это вот туда, это туда. Я когда тоже очень часто и много играл в КС, у меня на Мираже раскидки вылетали сами по себе. То есть я куда-то бегу, что-то нацелился быстро, все, кинул, побежал. Раньше же, когда только учился, это было вот встал, ага, вот тут прицелился, наметился, глаза ровно. Прошло 15 секунд, Олежа кидает смоук в окно на Мираже. Типа вот эта история. Много раз так убивали, но я думаю, что там играется часов 12 минимум в день. Тем более во время поднебии, что еще делать? Отучился и пришел и катать. Все. До сна. История знакомая. Сами такое проходили. Проходили, да. Иногда даже не учились, поэтому... В свое время. Иногда даже после... Когда день покороче, после четвертого урока математики. И в клубешник, прямо через две улицы он там был. За 75 рублей несколько часов. Что-то я такое, я помню. Кайф. Так было хорошо, конечно. Ну, аж 60 рублей ночь стоила. Ну, днем, в смысле, вечером. Дорого, а, нет, днем, конечно. Ночью такая же другие цены. Там за 90 всю ночь, типа, берешь и нормально вообще. Серда, дорогие друзья, добу забирай. 4 человека остается у команды Game Legion. Для Серды это еще один фраг, то бишь 3-3. 3 на 16. То есть экстра вообще супер-мега-гига грустно, но команда идет 9-10, проигрывает, не сильно отставая. Угу. Ну, были впереди онлайнерс, напомню, да, был счет 6-1, потом 9-6, но вот сейчас за вторую половину за атаку почему-то не получается. Команда онлайнерс пытается выйти на аплэнд, будет встречать их игрок с снайперской винтовкой, погибает от эры Серда, пытается выйти альф на размен, получается найти хедшотом фраг по противнику. Оп, еще одного, Расти также отваливается, но приходит внезапно Адам, одного, второго, третьего помогает еще и Зера, последний остается... Депрессион с калашом разбирается с одним, ну а дальше информация по Зеро быть, по идее, должна, потому что на этом вдвоем развлекали пацанов. Куклить пачка, будет? Не, не будет, один не, уже не будет, уже не будет прыгать. Зеро против депрессиона. Кто победит? Ноль или депрессия, дорогие друзья? Мне кажется, это одно и то же. Ноль. Ты ноль. Или депрессия. Это будет ноль. Это будет вакуум. Ничего. Ноль. Антиматерия. Я единственное слово умное знаю.
Нет, технически антиматерия — это минус один, если так, число эквиваленте. Фактически, да. Минус что-то. Так что не ноль, так что не ноль. 9-1-1. Кэпчики. Давай. Кэпчики. 8.5 на команду Onliners против 1.05 на команду Gamer Legion. Вот чуть-чуть ступили вперед. Всё сменилось обратно, да? Всё сменилось обратно. Ну, типа, там было, по-моему, на первую карту что-то вроде тройки. Именно на карту. Была троечка в начале. А, на карту, это на матчап. На карту. Я понял. Да, на си... Нет, сейчас это на карту показал, да. А показывал изначально на Best of 3. Семерка была. Понял. Принял, понял. Альфа. Получает по КП, отойдет назад. Малик здесь, точнее, игрок Gamer Legion отойдет назад. Альфа выжил, кстати говоря, атакует этот самый шорт. Перепутал игроков я. Потеряли серд... Ой-ой-ой-ой-ой, потеряли Альфу. Потеряли серд, да, дорогие друзья. 3-5. 3-5. Все сложнее и сложнее. Нет, тут уже на все не легче и не легче команде Onliners. Они вот так, а то мы с тобой видели выход из ланга, потеряли. Сейчас тоже по одному выходили, потеряли на своей жизни в моменты. Ну и здесь, соответственно, сейчас будет крайне сложно втроем выходить против опорников Апленда или Бэпленда. Все равно, да, чуть большинстве может выйти на плент. Но, во-первых, вас могут очень грамотно разменять, и там присутствует 1 в 3. А что ты там сделаешь? Очень пока непонятно. Да, два молика есть, и есть фраг по Эре. Панати получает флешку, вынужден отойти. Но выход на аплент уже более-менее так поинтереснее выглядит, нежели до этого фрага. Так, Адам, 9-1-30. Будет погибать, наверное, одна все равно забирает. Но погибает после этого, экспрейтив. С Фанатиком пытаются разобраться, но Фанатик, во-первых, остается один. Я не уверен, что у него хватит времени поставить пакет, потому что Расти его, возможно, убьет. Видит голову, забирает иностранца за команды Gamer Legion. Все-таки 12 ран за командой Gamer Legion. Грустноватая история в целом для онлайнерсов. Посмотрите, да, сколько раундов на второй половине. На всей второй половине они отпускают. Вы видите, это 6, собственно, раундов. А Серда пока что 3 на 18. Человеку очень тяжело. Его вот теперь его не хватает. Если до этого я мог сказать, ну ладно, подушка безопасности у онлайнерсов есть, то теперь я точно могу утверждать, одного игрока не хватает. Он нужен, но его нет. Дайте им игрока. Два калаша с первыми армурами. Решили сыграть такой вот непростой бай. Сейчас ребята из команды Onliners, то есть М-ки будут приговаривать, как и АУК, в принципе, с одной пули в голову. И Депрешена, и Фанатика. Но с ним придется повозиться. По крайней мере, ребятам с М-ками. Есть два ВП в обороне. У команды Gamer Legion уже оформили себе 6 раундов подряд, безответных. Соответственно, ни одного раунда в атаке себе Onliners пока что не позволили. И нужно вот прямо сейчас включаться, там защита денег на один бай максимум. То есть мы сейчас видим, что там какой-то бай могут позволить себе 2-3 игрока. Есть уже 3 фрага. Эра просто считает, ребят, не попадает. По четвертому за это погибает от экспрейтива. Там расти. У Депрешена вот в упоре просто вот поцеловались. И в итоге доцеловались до конца. Расти забирает Депрешена. Экспрейтив последний будет отлетать. 13 раунд за командой Gamer Legion. Денег еле-еле кое-как, то бишь не хватает, в смысле, я только понял, что это не 4000, а вообще 3600, то бишь не хватает, то есть даже 3700 нет стандартных. Значит, до 2 кабай, пистолетный, и все очень плохо. Для команды Onliners это пока что слитая в молоко полностью вторая половина, вся, с первого до последнего раунда. Блин, что-то мы с тобой, видимо, то ли накаркали, то ли перехвалили ребят, и не дождавшись первой карты, окончания именно всего то, что сказали, что так начали бодро ребята. Начали бодро, да. Вот, и возможно, как-то через космическую связь выкачали центр, приемочка от Адама, который справляется в одного практически, там Расти хоть помогал, Расти вообще погиб, погибает также Серда, 14 раунд для команды Gamer Legion, может быть, попробует кого-то еще найти Альфа в окошке, да, нашел пока что только дэмэдж по... на Патрику Зеро. И... ну, какое время там нужно будет Альфе? Там, конечно, показывал перформанс очень крутой. Крутой, да. Как раз таки на первой половине с этим тиглом, когда шорт на фарсе забрал в втором раунде. Три человека просто. Серия побед. Три человека на него выскакивает, типа, ну, пацаны... Ну, опасный парень. Ну, это Альфа, давайте втроем. Да. Дави его, пацаны. Дави его, пацаны. И мясом. Да. А Альфа, понимаешь, это вот как картинка с волком. Если бы вы были по одному, вы бы были по одному. Вы бы не были вместе. О,
бай от команды онлайнерс. Так, все, я сейчас потеряю голову просто на месте. 4 калаша плюс великолепен просто Олег сегодня. 4 калаша плюс ОВП, дорогие друзья. Р экспирейтива здесь забирает. 4 на 5 потеряли экспирейтива. Грустная история для онлайнерс. Реально, вторая половина просто в молоко вообще вся здесь проигрывается. Вообще непонятно, как вылезать из этой ямы. Так, ну, возможно, вот так. Серда дает свой 4-й фраг. КД 0.25. Пошел давить Адам. Дает фраг на размен моментальный от Фанатика. Снайперской винтовки. Попытка выйти в базу Б. Там у нас находится Патрик Зеро. Начинает жечь Расти. Расти, возможно, кого-то еще там сможет найти. Выход. Машина погибает. Возможно, 10-й раунд для команды онлайнерс. И первый в второй половине. Но там битый и... Наверное, пойдут в Gamer Legion, деньги-то есть. Ну, не у всех, кстати. Где М-ки? Прямо... Флешка, Моли, Хаешка. А Моли, кстати, да, хорошо, можно, наверное. Ну, во-первых, мы посмотрим, как они это сделают. Время. Я понимаю, это фьюз-хиты, но, господи, столько времени прошло. Депрессион забирает оппонента, походу. Расти уже один никуда не пойдет. Зачем-то в чёрт зашёл. Расти забирает оппонента, будет убегать. 10-й за онлайнерс и, самое важное, наверное, первый на второй половине вообще в принципе сейчас. Вот это сложно. Угу. Вот они... Ну, может быть, наоборот, поймут, как нужно действовать против команды Gamer Legion. Да, они испытывали проблемы, потому что Gamer Legion их сами поджимали на девайсах. И ну, это смотрелось как-то очень сильно уверенно со стороны команды Gamer Legion. И нужно, наверное, действовать как-то, пытаться номером один давить, пытаться вот эти позиции. Да, не хватает явно серды, очень сильно не хватает. Да, то есть у всех там игроков 10 и больше фрагов, и вот если было бы 10 фрагов и больше у серды, или хотя бы десяточка та самая, счет явно был бы, если бы не равно, то может быть даже в пользу команды онлайнерс. Потому что вот этих самых 1-2 фрага не хватало команде в атаке, чтобы показывать себя. Ну, может, защиты не хватало, тоже могли набрать в первой половине побольше раундов, например, самые какие-нибудь 11. Так, ну, действуем дальше тогда, смотрим, как что будет получаться у ребят. Game Legion повтори мся, наверное, здесь впереди на 4 раунда, то есть подушка безопасности реально приятная. Закупились, какие-то копейки даже остались у Game Legion, в принципе, даже после бая, так что, в принципе, все нормально. На Б пытаются онлайнерсы, и сейчас что-то не допытаются. Доба? Ты себя сжег, Доба? Зачем ты себя сжег, Доба? Или что там произошло? Потому что Доба себя сжег. Depression с Фанатиком пытаются справиться со всеми оппонентами, справились почти со всеми, кроме Расти, который через единичку, наверное, зайдет и получит от Фанатика, наверное, в лицо. Ну, не торопится пока. Доба там решил откинуть Молик в окно, Молик не долетел, вернулся обратно, и он начал стреляться, а Молик разгорелся ровно до его ног, и он уже не стал отжимать спрей, и что-то у него там было 5 или 6 хп, он там и все. И сами играйте, говорит, ваш Counter-Strike, я пошел. И пошел. Вальгаллу, я понял. Вальгаллу пошел. Человек. Ну, день инквизиции, может, сегодня какой-нибудь, не знаю. Окей. Окей, может быть. Расти! Депрессион услышал, но не получилось. Ну, здесь вариантов, по-моему, одного игрока, если честно, довольно мало. Что Depression, что Fnatic. Хорошо стреляет. Depression в плане райфера, наверное, закроет Расти здесь совершенно спокойно. Я думаю, если один в один. Стреляться... Хотя Расти тоже, кстати, парень не промах, 20 на 12 катает здесь. Ну, наверное, просто... Хотя нет, не уходит. Depression, да, Depression закрывает, 11-14. А тут больше 2.65, дорогие друзья, здесь залетает. В этой карте пока что... Ну, так тяжело онлайнерсам, конечно. То есть они отпустили супер вообще много гигамиллиардное вообще количество раундов на второй половине. И сейчас пытаются вот из этой ямы выкопаться. Если они, как бы у них получится, они успеют выкопаться, тогда успеют выкопаться. Но шутка в том, то, что, может, не успеют. Да, там такая, знаешь, детская пластмассовая лопатка зеленого цвета, которая тут пытается все это сделать. Но действительно, пока что небольшую ямку откопали. Сейчас 2 КБ для команды Gamer Legion, соответственно, есть шанс выйти на 12-й. Нельзя ни в коем случае ошибаться, желательно сохранить себе еще экономику. На случай чего, чтобы в каждом раунде был бай и в случае ошибки, например, отдачи 15-го команде Gamer Legion, был шанс опять же закупиться и попробовать полноценный хороший бай. Дважды попытались онлайнерсы выйти на базу Б, дважды у них это получилось. Не без проблем, явно точно. Но вот центр карты отпустили, Gamer Legion не смогли там побывать достойно. Ну и база Б была уже успешно скрыта. Подавили через флешку сейчас Доба, погибает игрок защиты. Есть еще 2 опорника на дужке А, которые должны тоже в скором времени отъезжать. Если, конечно, не сделать что-нибудь Эра вместе с тиммейтом, Эра не делает. Тиммейт остается последний, и он находится вообще где-то в упоре. Тоже должен сейчас а-ля улю и спадки.
Есть какие-то размены. Расти забирает одного из оппонентов, крадет калаш, отходит уже сильно далеко, чтобы этот калаш досохранить до конца. Семерка будет драться до конца, не знаю, насколько долго. Адам сможет стреляться, пока что все. Расти не спешит помогать своим товарищам, играет в футбол, потому что вот двоих можно на мясо пустить, а вот человека с калашом не нужно. Всегда можно, как бы, типа, делайте, что хотите, но не нужно. Поэтому вот в два пистолетчика. Вот Адам, который наворачивает тут под КТ, и Зеро, который, ну, кстати, остановился. То есть только Адам. Ну, тогда смотрим за Адамом, окей. Да, ну вот, все, не досмотрели мы. Какой-то момент, который сказал Женя, все случилось уже. 12 для команды онлайнерс, я в чате нашебуршил на сообщение. Если интересно, то Серда — это футбол-игрок, а Экспрейтив — это 8-й игрок Европы по количеству Элла, и у него много фанатов. Вот такая информация в чате. Хорошо. Экспрейтива, кстати, я что-то только вспомнил, я его помню. Откуда? Замена. Какая замена? Замена Space Soldiers? Я помню, давно что-то было такое. Надо будет найти, наверное. Серда погибает. Очень грустно. 5 на 23 человек играет. Депрессион хаешку лицом кушает просто. Понимаешь, что оппонент это Адам на самом деле в упоре. Прям вот здесь. Получает еще смог лицо. Должен отходить, вариантов нет. Потеряли игрока здесь онлайнерс и ничего не смогли с этим сделать. Ну да, размен бы, конечно, не помешал онлайнерсам в этом случае. Но, увы и ах. Сейчас же остается... Ну, неплохой набор гранат, правда... А нет, смоков тоже ты не читал, нормально все, и молотовы есть. Флешки 3. Все в этом отношении хорошо, кроме численности и того, что никого пока что найти не смогли. Для себя здесь фанатик пытается пока что действовать соло. Находится он на шарте, я полетел ему в хаешку. После флешки хаешка, ну не так много дэмэджа, наносит снайперу. Команды онлайнерс 50 секунд, чуть побольше есть у онлайнера, чтобы идти. Они пока что перемещаются на шорт. Могли бы, наверное, пойти на базу Б, но, может быть, не хватает им численности для того, чтобы это организовать. Раскидочка пошла под точку А, но, по-моему, все-таки развернуться по точке Б. Сейчас будет десант на КТ. Первый пошел, а тут встречает это все дело топо. И центр тоже будет встречать. Первый не пошел, первый. 3-4. Можно попробовать убить Патрика Зеро. Там пока что прикрывает фанатик. И раз. Ой-ой-ой. И два, и все. И покатились. И покатились. Альфа туда же. 15 раунд за командой Game Legion. Деньги будут, правда, на следующий раунд. Но 15-й, повторюсь, это мап-поинт для ребят здесь. Это мап-поинт. Ну, в восьмом месяце Экспрейтив играл. Конечно, но за команду, господи, непонятно, как назывался стак вообще. И перешли в... А, я понял, не названный стак, клик Esports. Типа взяли, выкупили их. Ну, в смысле, взяли под свое крыло, или там они сами создали, я понял. Может, перепутал тогда. Турка где-то, как будто бы помню. Я тогда не буду говорить, что я типа, да помню, да все. Ну вот не вспомню в таком случае, как будто где-то светился, если честно. Но так не скажу. 12-15, вернемся к игре. Одна ошибка, и будет все кончено на своем пике у команды онлайнерс. Обидно. Но вообще, Экспрейтив, судя по всему, как и вся бригада... У них нет профиля на ХТВ, ни у кого совершенно точно. Или есть, подожди. Не, нету. Депрешн. Что такое? Депрешн упал уже. Есть у Депрешна, Серда и Фанатика. У них у троих есть. А, ну окей. Серда туда же падает. Эра очень сильно божит здесь со снайперской винтовки. Альфа еле живой, может отлететь в ближайшее время Альфа. Разгорается Молик, но на 1 хп первый тик Молика. Альфа может сгореть во второй стадии Молика. Тут он... Играет с огнем, кстати говоря, как бы это ни звучало. Фанатик последний, дорогие друзья. Здесь, наверное, все закончится, здесь все заканчивается. 16-12, ну, ТБ 27,5, ну, типа, вышло, да? Получается, что так, то есть они поборолись. Но против Gamer Legion добороться, ну, выходит, что так, добороться не получилось. На камере переключусь, дорогие друзья. Мне понравилось, в принципе, как начали онлайнерсы в целом. Я честно признаюсь, мне понравилось, как Gamer Legion... сообразили, как потом против онлайнерсов играть, и начали
корректно отыгрывать против конкретного оппонента с конкретными стратегиями, которые действительно работают. На второй половине вообще в салат просто. То есть получалось все. У Лайнерсов не получалось ничего. Их закрывали везде, не работало ничего. Если вкратце. Такая карта. От себя не знаю, что добавить. Что добавишь? Ну, мы с тобой опять же начали за здравие. Похвалили немножко команду онлайнерс, и потом как-то все у них, игра полностью посыпалась, и в защите, да, не смогли как-то еще во второй половине, точнее в первой половине, три раунда добрать после счета 6-1, а вот во второй половине атака, конечно, никуда не годится, нужно это исправлять, нужно думать, что куда, но им мешали как минимум эра с снайперской винтовкой, где-то у него был момент неудачный с этими тремя промахами, или сколько там, два было промаха, но потом, конечно, не допускал пацанов до плента очень часто, и это сыграло свою роль, то есть... Возможно, не хватало команде онлайн как раз-таки вот такого снайпера, типа как Эра, который делал бы свои фраги, кучу фрагов там выходил, пытался. То есть такой активный снайпер сам по себе. И в этом отношении, ну, ребятам нужно будет как-то поработать с этим. Серда не хватало очень сильно. Сколько там было? 5 фрагов у него за всю карту. Под конец что-то 5, а вообще один, помнишь, да, 1-11. 1-11, да, было, кстати. 3, что-то 14. Ну вот у него статистика 5-7-24. Да, да. 5-24. Чувак чисто на саппорте, по сути, играл, но так вышло. То есть у него гранаты, флешки кидал, типа грены кидал, но мы видим, что не получается. Друзья, на вторую карту мы переместимся. Это нюк у нас будет, если вдруг до третьей дойдет, это будет Мираж. Если дойдет, я вообще не в курсе, и может быть и не дойдет. Оставайтесь с нами, скоро к вам вернемся.